господа, на сцене руководитель департамента продуктового менеджмента компании Girl Club Сергей Семенченко. Друзья, я вас поздравляю с новой премиальной линейкой, омолаживающей линейкой, антиэйджинговой линейкой Privilege Premium Performance. И я хотел бы немножко рассказать сегодня об этом. Понятно, что вы сами попробуете. Здесь не надо не рассказывать, здесь нужно пробовать и видеть этот результат. Как Саша сказал, этот результат не заставит себя ждать, особенно в этом случае. Но здесь я хотел бы рассказать про несколько локаций ключевых, которые были очень важными для создания, появления на свет этой линейки. И в первую очередь это Гавайи. Так, есть. Гавайи, и это действительно уникальное место. Уникальное место с точки зрения природы, особенно юго-западное его побережье. 30 миль, если быть точным. Совершенно чудо света, без прикрас, потому что это место, где под воздействием, где постоянно появляется суша, под воздействием лавы, извергающейся бурными потоками, вы это видели в начале блока, из вулканов, которые находятся на глубине несколько километров. И, соответственно, лава приносит с собой эти реликтовые питательные элементы, которые насыщают одну из самых плодородных почв. Этот район называется Кона. И наш ключевой элемент, сквозной компонент, называется Кона кофе. Это кофе, которое произрастает на этих склонах, которое вбирает в себя всю эту силу и мощь первозданной природы. Кстати, может быть, вы слышали по новостям, совершенно недавно было извержение очень сильное на Гавайях. Соответственно, Гавайи — это очень важный для нас источник той силы, которая будет представлена, которая уже представлена в линейке Privilege. Но это еще не все, у нас есть еще одна локация. Эта локация не менее важна с технологической точки зрения. Есть. Лос-Анджелес. Лос-Анджелес, друзья, и почему Лос-Анджелес? Потому что этот регион, Калифорния, является магнитом для красивых людей, для красоты. И поэтому технологии омоложения, технологии сохранения привлекательности, они очень сильно развиваются. Почему? Ну, потому что практика большая, потому что инвестиций много. И поэтому большое скопление научных лабораторий, которые занимаются задачами омоложения, задачами антиэйджинга. В одной из этих лабораторий мы, собственно, и разработали эту линейку со специалистами, имеющими 20-30-летний опыт работы в этом направлении. И, кстати, нужно еще одну локацию все-таки упомянуть. И тут такая небольшая авантюра. Дело в том, что у нас производственная база находится, на линейке Privilege находится в Техасе. Как и большей части наших, кстати, американских продуктов. Не всех, но вот большая часть. И директор разработки Нэнси Мёрфи, коллега, и я ее попросил буквально несколько часов назад, попросил ее: а, Нэнси, а можешь сделать такой видео-привет? Ну, вы знаете, у нас большая разница во времени с Америкой. Видео-привет такой, для, потому что это много-много мы прошли вместе, участвуя в создании этой линейки. И Нэнси, конечно, она согласилась, поэтому она сейчас на английском передаст вам привет. Давайте тогда покажем ролик. Привет, Coral Club. Меня зовут Нэнси Мёрфи, и я звоню вам из Великого Техаса. Я хотела сегодня встать пораньше, чтобы вас увидеть. Это большой день для вас и большой день для нас в Privilege Collection. Нам приятно запустить одну из самых эффективных антиэйджинговых косметических линий в мире. Я надеюсь, вам понравится сила Кона кофе из красивых Гавайев. И многие другие топовые ингредиенты, выбранные нашими профессионалами. Мы использовали только самые эффективные натуральные ингредиенты, последние технологии и самых опытных специалистов для того, чтобы представить вам эти прекрасные продукты. Я надеюсь, ваше мероприятие пройдет отлично. Спасибо, Нэнси. Спасибо, Нэнси, американский координатор создания линейки. И Нэнси упомянула про
ингредиенты. И, конечно, надо обязательно пару слов сказать про наш главный ингредиент Kona Coffee. Это сквозной ингредиент, он присутствует во всей линейке, и он будет отличать нашу премиальную линейку от всех остальных на рынке. Что он из себя представляет? Кстати, не упомянул, Нэнси и Кей. Вы еще с Нэнси, я просто Нэнси, вы еще с ней очень хорошо познакомитесь. Они записали для вас специальные ролики, обучающие ролики, где они рассказывают, как пользоваться, какие есть нюансы, какие есть преимущества. Кей — это одна из самых сведущих, опытных косметологов, которые в Голливуде живут. Поэтому специально для вас, эксклюзивный материал, кстати. Да. И продолжаем. Kona Coffee. Компонент Kona Coffee. Что такое кофе? Вы уже поняли, вы видели, какую силу в себя вобрал, в силу минералов, вот этих реликтовых минералов. Вот, потому что действительно Гавайи — одно из тех немногих мест в мире, где еще сохранилась вот чистая природа, не испорченная человеком. Соответственно, базовые какие свойства у кофе Kona? Это усиление микроциркуляции крови. И это предотвращение отеков. Это очень мощно. Знаете, вот такой толчок, вот кофейный мягкий толчок, который дает вам с утра вашей коже, и она уже начинает, клетки начинают там активную работу свою. Антиоксидант. Кофе является, Kona особенно, является мощнейшим антиоксидантом, защищающим вашу кожу от свободных радикалов. Регенерирующие свойства невероятные у этого компонента. Соответственно, вот это вот сочетание, на самом деле, если говорить про ингредиенты самого компонента, самого кофе, там их более 2000, я не ошибся, более 2000 в самом кофе. А учитывая то, что это кофе из Гавайев, это кофе заряженное, каждое зернышко этого кофе заряжено, мы получаем такой эффект, мы получаем такой результат. Но, когда мы говорим про линейку Privilege, мы говорим не только про Kona кофе. Хотя это и сквозной, и главный компонент. Мы еще и говорим про массу других самых эффективных и важных компонентов. И вот следующий компонент – алоэ вера, очень хорошо нам знаком по C7. C7 – это сквозной ингредиент, вы знаете, он основной, базовый. И здесь мы тоже используем, в данном случае используется органический сок алоэ, потому что известны омолаживающие свойства этого замечательного растения. Следующий компонент, мне со слайдами надо помогать все-таки, да, это морской коллаген. Почему морской коллаген, может быть, кто-то знает? Коллаген из кожи рыб, скатов, акул. Потому что он максимально близкий к человеческому, и у него очень хорошая доступность, проникновение. Здесь вообще в этой линейке ученые, особенно разработчики, особенно внимание уделили проникновению. Способности продуктов и ингредиентов проникать максимально глубоко, за эпидермис, туда, в глубокие слои кожи, дерму. Вот, и морской коллаген тоже присутствует в каждом средстве линейки Privilege. Следующий компонент, не менее важный и не менее вам знакомый, друзья, это асай. Мы очень любим асай, мы используем других продуктов, в том числе здесь используется мякоть ягод асай. И фонтаном молодости, не просто так его называют, асай, потому что это действительно источник антиоксидантов, и мы увидели, разработчики нам показали, мы увидели, насколько он эффективный в косметических средствах в том числе. Следующий компонент – гамамелис виргинский, вот это мне очень нравится. Его называют кустарником жизни. Его называют кустарником жизни неспроста, потому что он обладает очень сильным омолаживающим эффектом. И топовые бренды, люксовые бренды используют его, как и используют следующий компонент. Он даже не компонент, у нас целая комбинация, замечательная, прекрасная комбинация морских водорослей. Ныне сейчас это очень популярная история для увлажняющих кремов люксовых линеек. Кто, в принципе, косметологи знают, о чем я говорю. В нашем случае используется 5 различных морских разновидностей водорослей. Дальше.
А дальше сама по себе линейка, сама по себе коллекция, что она из себя представляет? Она представляет из себя 8 средств. То есть это полноценная линейка, начиная от умывания, очищения и заканчивая интенсивным уходом, интенсивной заботой о коже. Одномоментно мы запускаем все эти 8 продуктов. И, конечно, можно и нужно пользоваться всеми, чтобы получить максимальный результат. Но также можно комбинировать эти продукты. И мы запустили уже сайт. Я думаю, что вам, девочки, вы уже ознакомились. Сколько конфетки с кофе успел попробовать? Вот там этот сайт есть. Соответственно, там вы можете поучаствовать в небольшом квизе, ответить на вопросы, и система подберет вам оптимальный для вас набор. Также у нас мы выпустили уже и презентации, и брошюры, в которых все это очень подробно расписано. Они в ближайшие дни будут уже доступны в офисах продаж. Если говорить про линейку, что мы хотели сделать? Мы хотели выйти в мир антиэйджинга и стать экспертами, имея экспертизу, имея понимание в здоровом образе жизни. Мы хотели сделать так, чтобы совместилась наша экспертиза и наш подход к ингредиентной базе. Скажем так, мы все лучшее из мира wellness взяли и вместе, совместно с экспертами, с топовыми экспертами по косметологии, перенесли в нашу косметику. Соответственно, вот эти вот компоненты, их еще недостаточно. Очень важна их концентрация. В Privilege концентрация компонентов в 3 до 3 раз больше, чем вот косметики такого же уровня, люксового уровня. И она отличается тем, что, знаете, заявляется зачастую многое, а по факту там, я не знаю, вода, жир и какие-то остаточные проценты небольшие активных веществ. В данном случае очень большая концентрация, поэтому достаточно небольшого количества для того, чтобы увидеть этот эффект. И надо быть аккуратным, надо правильно использоваться, потому что это профессионального уровня косметик. И этому, конечно, нужно будет обучаться, и это мы вместе с вами будем делать. С одной стороны, с другой стороны, опять же, экспертиза, которую дал нам и Лос-Анджелес, и наши, те люди, с которыми мы работали, она дала вот именно ту текстуру, ту пенетрацию, проникновение глубокое, которое вас удивит, друзья. Поэтому я очень рад и сообщить вам, что вашей привилегией сегодня является то, что мы запускаем в Москве с часу дня уже эту продукцию можно будет приобрести. А в остальном мире с понедельника и по середину августа линейка будет доступна во всем коралловом мире. Спасибо большое, друзья!